Когда просто сфотографироваться на фоне памятника скучно, некоторые начинают импровизировать. На этот раз импровизация дошла до осквернения. Алина Валеева — это карточки, которая вызвала общественное осуждение. В начале апреля вот эта фотография заполнила интернет. Привлечь внимание к поведению этих людей с обращением в эфир программы «Алло, студия» пришел ветеран боевых действий Николай Канев. В нашем маленьком городе, где мы друг друга знаем, появилось вот такое фото на сайте ВКонтакте. Это позор. Я считаю, что это самые настоящие вандалы. По-другому не могу сказать. Их было 5 человек, и наверняка все они служили в армии. Памятник участникам локальных войн и вооруженных конфликтов был открыт в 2009 году. Инициатором установки монумента выступила региональная общественная организация участников боевых действий на территории Чечни и других государств «ЩИТ». И вот спустя 5 лет фотография памятника за считанные дни облетела полмира. 31 марта она появляется на городской странице в соцсети. А уже буквально через несколько дней это фото на различных патриотических страницах ВКонтакте публикует житель Харькова Александр Шипитько. Его страница пестрит антироссийскими лозунгами. Будем обращаться в УВД для того, чтобы возле каждого памятника поставить камеры. Ну, это даже не совсем для того, чтобы ловить этих ребят, ведь у нас на самом деле 20 лет упущенного времени. Не было ни патриотизма, как это было в добрые советские времена. После того, как о фотографии узнали члены организации «ЩИТ», они обратились в правоохранительные органы. Сейчас окружные полицейские проводят проверку памятной фотографии, на которой запечатлены пока еще незнакомые люди. Алена Валеева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».